Масштабный ремонт дорог развернулся в Советском районе. Большими картами ремонтируют улицу Промышленности. Общая протяженность более 5 километров. На участке задействовали 2 асфальтоукладчика, 4 катка, трактор и погрузочную технику, а также бригаду из 12 рабочих. Улица находилась уже довольно-таки в неудовлетворительном состоянии, поэтому ремонт проезжей части здесь был необходим для того, чтобы повысить пропускную способность. Нашими специалистами как в дневное, так и в ночное время осуществляется контроль за всем процессом производства работ, начиная с момента фрезерования, также во время укладки и затем приемка выполненных работ. Это замер геометрических параметров, отбор проб с дальнейшим определением физико-механических свойств асфальтобетона. Более 50% плана уже выполнили. Работают ночью, чтобы не препятствовать движению автомобилистов. Сегодня в ночь дорожники отремонтировали участок на площади 6000 квадратных метров. Здесь укладывают современный высокопрочный асфальт А16ВН. Самые современные материалы и новейшие технологии – это требования при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проводится ремонт по замене дорожного полотна, который представляет собой срезку дорожного покрытия фрезами шириной барабана до 2 метров, замена и люков смотровых. Если требуется, то замена опорных плит под люками, чтобы в дальнейшем они не проваливались, и укладка покрытия. Гарантия на такой ремонт 2 года. Помимо восстановления проезжей части, дорожники заменяют и люки колодцев. Закончить работу должны к концу лета. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.